Я решила вас не грузить серьезным, почитаю юмор. Снова крыть судьбу словами матными, от любви несчастной резать вены, снова сопли на кулак наматывать и страдать, страдать самозабвенно. А проблема проще репы вареной. Я живу в глуши лесных селений. У меня синдром Татьяны Лариной, недостаток новых впечатлений. И сгораю от любовной неги я, и в плену ванильного дурмана вижу я в любом хмыре Онегина и героя своего романа. Все как сценарист драматизирую, видно мне страданий в жизни мало, и старательно романтизирую каждого второго маргинала. С глупостью Ларисы Агудаловой верю я Баратовым усатым, а потом опять вранье Кидалова с неизменно грустным результатом. Словно Лиза, бедная, в отчаянии, я спешу в объятия Эраста, но потом с прискорбием замечаю я, что опять влюбилась в педераста. До сих пор сражаюсь с травмой детской я, несмотря на то, что скоро 30. Мне читали в детстве Достоевского, мне теперь неинтересны принцы. Я бегу от них, как черт от ладана. Душу рвет очередной гаденыш. Жертвенностью Сони Мармеладовой я спешу к болезному на помощь. Я спасу несчастного, ранимого, пусть абьюзер жадный и токсичный. Бросить жизнь свою к ногам любимого, боже мой, как это романтично. А очередную жертву пластики принц опять увозит на Мальдивы. Не читайте, девки, русской классики, коль хотите в любви счастливой. Но пускай немного я расстроена, прогоняю прочь тоску кручину. Пес бы с ними, с книжными героями, я найду нормального мужчину. Орнитолог, ты совсем не шаришь в птицах. Мне ужасно жаль. Ищешь в небесах синицу, я в руке журавль. Перья у меня что надо и красивый клюв. Я кружу с тобою рядом, крылья распахнув. Я большая журавлиха, улетаю вдаль. Я большая кораблиха, ты большой корабль. Вместе мы могли б с тобою далеко уплыть, взвиться в небо голубое, в облаках парить. Словно две большие птицы мы б летать могли, но по душе тебе синицы, а не журавли. Грустный мой рассказ недолог, в чем же тут мораль? Ты хреновый орнитолог, очень-очень жаль. Ну и последнее, оно совсем свеженькое, буквально вчера написала, поэтому буду с телефона читать, извините. Мечта поэтессы. Смотрит давно на меня с интересом знойный мужчина, мечта поэтессы. Чувствую сердцем, что он психопат, эгоистичен, к тому же женат. Склонен к садизму, приступам гнева, будет ходить постоянно налево. Дерганный, нервный, типичный холерик. Сколько ж предвидится слез и истерик, чувствую жопой, что этот соколик эротоман, игроман, алкоголик, слишком зависимый от соцсетей, ну еще у него 5 детей. Колется, любит тяжелый металл, может быть, даже он зону топтал. Сколько ж с ним будет страданий и драмы, это мое, я рисковая дама. Стану ночами я плакать в подушку, и доведет он меня до психушки. Думаю, будет любовь еще та. Вот приключение, вот красота. Бабник, алкаш, балагуры, повеса, знойный мужчина, мечта поэтессы. Я от волнения еле дышу. Сколько ж я классных стихов напишу. Спасибо. Доброго вечера. Бывает такое, бывает. Теперь Илья.